Друзья, всех приветствую. Установили на Hyundai Starex электропривод сдвижной двери. Сейчас покажем, как это все работает. Начнем с салона. Сюда монтировали кнопку открывания и закрывания двери. Нажимаем один раз, дверь открывается. Также дверь будет открываться с наружной ручки и с внутренней. Закрываем. Дверь поехала. И на открывание точно так же. Если вы хотите узнать стоимость данной услуги, пишите к нам на WhatsApp, я вас обязательно проконсультирую.